Юго-западная торговая компания на рынке с 2016-го. Здесь изготавливают сковороды, кастрюли, жаровни, ковши с антипригарным покрытием. Все производство начинается отсюда. Так выглядит материал для будущей продукции. Его отправляют плавиться до 800 градусов, а затем заливают форму. Через 15 секунд металл кристаллизируется, и получается вот такая заготовка для будущей сковороды. Казалось бы, половина работы позади. На самом деле это только начало. Впереди сложный процесс. Цех, склад, обработка и отгрузка. Около 170 тысяч единиц товара выпускают ежемесячно. Трудятся здесь порядка 200 человек. Постоянная модернизация позволяет увеличивать объемы производства, не теряя качества. За прошедшие 6 лет мы добились узнаваемости на рынке, заимели круг своих добросовестных клиентов. Но даже несмотря на это, всегда есть риски. Найти потери и решение по их устранению – основа повышения эффективности. В этом помогают эксперты регионального центра компетенции в сфере производительности труда. Я встречал уже на наших предприятиях в Белгородской области реализацию этой программы. То есть, собственно, поэтому она нас заинтересовала, мы решили подключиться. Чтобы и дальше развиваться, компания приняла решение присоединиться к национальному проекту «Производительность труда». Мы будем работать с временем протекания процесса, будем стараться его сокращать. Будем также работать с незавершенным производством, то есть стараться аналогично его сократить. Ну и с выработкой всегда нужно поступать только одним образом, да, ее повышать. Специалисты регионального центра компетенций уже провели стартовое совещание на предприятии. Повысить производительность минимум на 5% в год – главная задача национального проекта «Производительность труда». Впереди самый интересный этап. Мы будем совместно с предприятием выявлять потери в процессе, ну и, соответственно, будем обозначать проблемы. После того, как мы проанализируем производственные процессы, логистические процессы, мы разработаем мероприятия корректирующие для того, чтобы устранить все эти потери. Кроме этого, специалисты регионального центра компетенций обучат сотрудников компании основным инструментам повышения производительности. Предприятия, желающие принять участие в национальном проекте, могут подать заявку на официальном сайте производительность.рф. Владислава Витковская, Дмитрий Коваленко. Такой день на Мире Белогорья.